Падла, не собирайте мои вещи. Не трогай. Прямо на вещи. Ныряем. Так. Ого, как он нихрена крутой такой. А где вещи-то мои? Я только чуть-чуть совсем вижу. На днище. Они не могли там это утонуть и сдохнуть, не? Могли, у них хп отняли. Опять я умираю, черт. Ну что, ребят, я пошел в эту пещеру. Это ты уже раз 10 сказал. Ты не в той пещере, которая моя пещера. А где твоя пещера? Ладно, кажется, все, я просрал свои вещи, ребят. Все. Кто их собрал? Кирич, ты? Че сразу Кирич? Я вон с лагером. Пещерки. Ну да, рассказывай. Да нет, он реально тут. Я знаю. Черт, опять вздыхаю. Ну отлично, я опять сдох. Я опять. А тут эта железная дорога в пещере собирать? Ну как бы мне по барабану, просто мне нужно... Да, собирай. Андрей, это иди и свечек надел, пока мы не зашли далеко. Вы лучше здесь... помогите мне мои вещи собрать, ё-моё. Нет, я еще ни одного угля не собрал, Кирич. У меня нету из чего. Ну, КП, давай, давай, восстанавливайся, ладно. Кто там любит Синти? Никто ничего не слышит, ребят, все нормально. Все, огонь. Все так и надо, это так задумано просто, ничего не понимаешь. Вот как я так мог сдохнуть, ё-моё? Да просто, блин, ну не надо лазить куда не надо. Ну блин, Кирич молодец, хотел кинуть в огонь, взял, не докинул. Красава! А зачем тебе пурпурное? Я выкинул. Ну и правильно, черт опять. Нет, просто Кирич, её-то нужно именно жечь, чтобы не было соблазна у нас её забрать. У меня нету. Тебе только у дурачка какой-то соблазн. Это не вообще достраточно. Единственный мой шанс подышать. Отлично. Ой, тут мои вещи, глянь. Не зря сюда пошел. Здесь еще и железка. Блин, ничего не видно. Сделай яркость, норм. Да все на полную. Черт, столько вещей там внизу, ё-моё. А главное шлем. Шлем? Да, алмазный. Ну да. Я уже подобрал, по-моему. На мне бы он хорошо смотрелся. Не, на мне бы Андрей лучше смотрел. Ой, лава. Кирич, лава. Ё-моё, не подобрал. Там светло, Кирич. Можешь там покопаться. Кажется, я опять вздыхаю, ребят. Все, помогите, ё-моё. Я не хочу вздыхать. Чёрт! Не смог даже ТП-шнуться. Да вы задрали, ё-моё. Помогите мне лучше вещи собрать. Вообще ни разу не вздыхаю. Да мы далеко уже, мистик. Куда мы пойдем? Чё я далеко. Чё, я тут чё. Ой. Я вон уже сколько раз сдох. Ой, течёт, Кирич, беги, братишник. Мы пойдем другим путем. Оп. Кому-нибудь обсидиан нужен, нет? Нет, мне нужны мои вещи, это все, что мне нужно. Отдайте мне мои вещи, пожалуйста. А у кого алмазная кирка есть? Не у меня. Точно, нужно было, наверное, кирку алмазную сделать. Да ну, правда, что ли? Ты? Ну давай. Ой. Блин, под водой ни хрена не видно. Ой. Это плохо. Нужно какие-нибудь очки ему, что ли, водолазные одевать. Блин, какая-то лава текучая. Черт, опять сейчас сдох. Ну блин, опять. Я нашел, Андрей, пещерку. Иди по моему пути. Да? Да, вот. Пещер. А я нашел много лавы. А я вообще сдох. Молодец. О! Пурпурная шея. Из-за которой это вся херня. Вот она. Поднимайся, блин! Вот что нам нужно. Черт, блин, не дай бог, нет. Блин, лошара. Я... Третий раз сдох. Ну. Ныряльщик, блин. Помогите, ё-моё, Макс. Мистик? Как? Вместе с тобой нырять? Да. Интересно, слушай, на ней все алмазное. Ух ты, Андрей, слышишь? Да. Не выплывай, там вообще дно. Прикольно. Полная? Кажется, я опять сейчас сдох. Нет. Не позволю тебе это сделать. Так. Ладно, давай лучше. Кирич, это не так уж и далеко от нас. Броня мне ж не поможет, да, дышать под водой. Поможет, ты что? Железная броня. Когда? Кому мешало? Вот это я дурак, да? Короче, лаву задел, блин, железом в этом. Необработанным железом. Обалдеть, мне повезло. Коровы, вы во всем виноваты. Я спустился. Фух. Блин, ну это вообще жопа какая-то. Вот, нашел Андрей пищу. Так.
Тук-тук-тук. Что у нас здесь? Что такое? Да ничего. Не помогает мне, блин, никто мои вещи собрать. Кто не помогает? Ну-ка скажи, сейчас мы их побьем вместе. Ты не помогаешь. Я самый главный помощник. Ну так иди сюда. Кирич, тебе помог больше всем, чем мы все вместе взятые. Больше всем, чем мы все вместе взятые. Да, это новое выражение от лагеря. Покупайте. Я уже забыл. Чтоб нырял бы я быстро, это было бы вообще... Вперед в будущее! Бесконечности далее, Buzz Lightyear. Нет, уже был, вот фигово-то. Не смей дышать, не смей дышать. Мы не потеряемся. О, нормально, нормально. Чего? Сундук-то нормально. Чё там, Андрейка? Хлебушек, железо и 2 серебра. Тебе поможет. Ага. Серебра? Серебра, железо... Где ты серебро нашел? Не знаю. Это же билдкрафт, да? Да. Конечно. Да, так в билдкрафте тоже серебра нет. А где олово? Медь, не знаю. Ну, олово. Ну, только тут сервер-то не билдкрафт, не индустриал крафт. То есть я ничего этого не возьму, наверное. Блин. Ничего не могу. Черт, столько вещей еще у меня на дне. Где ты свои вещи, блин, делал? О, Кирилл, железо. Я их ищу, Макс, как бы. У меня все красители просрались, которые сейчас нам нужны. Сейчас уголек выпью. Я не успеваю, я, блин, по одной вещи собираю, все, мне нужно уже подниматься. Отлично, сейчас опять сдохну. Ошибись. Ура! Нет, ну, сейчас не сдохну, сейчас точно сдохну, потому что я опять ныряю. Не восстановлю. Бегадуешь-то. Если я опять сдохну, я вас заставлю. Мне все равно, я телепортану вас на дно. Смотри. Что? А, ну да, там спускайся, пока... Кстати, соберу. Знаете, что мне интересно, вы проверяли хоть здесь на дне, тут какая-то фигня есть? Что за... Я проверял, там местный житель стоит, я же тебе говорю, что еще за пшеницу он дает один изумруд. Под водой? Да. Ты гонишь? Да нет. Нет, он правда говорил, просто ты не слышал. Че такое заманчивое предложение он предлагает? Нет, он просто... За что, за сколько пшеницы? Там 30. 30. Ну, 30. Максу 10 еще за информацию. Да, Макс. Хлебушек любит Макс. Собирать просто. Я же сдохну. Это джекпот. Да ну нафиг. Так. Ой, едва скелет. О, лазурит, отлично. Лазурит. Кто телепортировал? Не телепортируй, ты знаешь, какая пещера, мудак. Мистик, вот скажи, зачем? Все ныряем. Ты понимаешь, что там пещера? А ты понимаешь, что я уже 15 минут здесь, наверное, лажу, вся серия будет, наверное, как я пытаюсь достать свои вещи. И вы мне не помогаете. Да блин, ну как, если мы залезем, мы сдохнем, у меня 8 левел потеряется. Кто сдохнет? Просто нырянул, забрал одну вещь и, блин, вверх. Ты не умрешь, если не будешь долго под водой. Иди туда, сейчас и мистику помогу. Сейчас все скину свое. А ты, Макс, где? Я в пещере. Блин. Я тоже. Показывай, где. Подожди. Блин, надо вещи снять. Кирилл, а как туда вернуться? Ой-ой-ой, как-то у меня немножко по-другому. Только попробуйте мое все спереть. Морда набью. Ныряй. Здесь? Да. Макс. Блин, Кирилл, а как найти эту пещеру? Я же по-умному поступлю, не то, что ты дна. Примерно, помню. Как? Сейчас увидишь. С гейммодом, что ли? Да. Точняк. Ой, я умер. Это не считается совершенно с гейммодом. Отлично, мистик, спасибо. Какого хрена ты так долго был под водой, я тебе говорил. Макс говорю. Кирич, я, короче, нырнул, нашел другую пещеру. Он не такая классная. Кирич, а твой опыт собрал, ты не против? Блин, тут земля. Ой, блин, мистик, это и тупая, отлично, только уровень потерял. Еще мы его собрал. А у меня был 27 уровень вообще. Кирич, вон твоя вещь там. А у нас была вообще этот пещера с лазуритом. Не понял, где. А у меня все, все закончилось. Все. Кстати, было, Макс, сколько цветков было? Было 2 цветка, по-моему, да? Красных или один? Не помню. Просто где нам красную тогда этот взять шерсть? Ладно, пока положу. Один цветок был. И где мы возьмем тогда еще одну шерсть? Ой, этот красный краситель. В
Твои проблемы, ничего. Отлично. Спасибо, помощники. Я главный помощник. Да ты-то я знаю, молодец. Я вон сплавал, какой молодец. И сдох. Два раза. О, кость, 8 штук, это хорошо. Че вы мне раньше не сказали? Где? Это я. Это я. У меня две кости. Все, сейчас хоть еще одно задание выполним. Ферму наконец-таки дострою. Не обманывайте мистику. Не обманывай нас, Ярик, ничего ты не достроишь. Уже почти. Кириш, я чуть в лаву не упал, тут еще и крипер. Кто Кириш. Здесь? Кириш! Какого хрена здесь такая тупая это получилось? Кириш, ферма. Можешь идти, возьми еды какой-нибудь. О, да, сейчас. Блин, вот. Нету ее. Буду тебе благодарен сильно. Так, пожалуйста, давай, все, сейчас я вроде собираю, и должно хватить, и как бы... Ой-ой-ой, хватит по-любому, ой, по-любому хватит. Сколько там нужно, сейчас я прочитаю, у меня листик до сих пор с собой. 32 с плюсом, так, сколько тут? 3, блин, Андрей, 6, я не помню, 9, лично, как идти. 12, 15, да? 18, 21, 24, 27, 30, 31, 32. Еще минус одно задание, а мне нечем зачеркивать. Я возьму и ключами нахрен вообще сдеру эту хрень. Отлично, все. Ферму сделали. Осталось только автоферму тростника и все виды шерсти. Так что выходите оттуда, нам это не нужно. Нам ферма не нужна, понимаете? Ой, где вы там стоите, нам это не нужно. Слышите? На автоферму там нужен редстоун. Не, автоферму я сделал, короче, вот смотри. Я не сам собираю. Оп! Автомат все делает. Молодец, автомат. Все. Возьми с полки пряника. У меня полуавтомат, наверное. Ну, Ярик, остался найти только... Что тебе сказать? Да, что? Вот найти, как сделать фиолетовую... Ой, пурпурную шерсть. Фиолетовую мы знаем, но где мы возьмем красный краситель? О, нет красного красителя. А возьми это... О, Кирич! Подожди, а здорово, красный краситель с кем? С чем нужно здорово. Было? Макс. С этим, с лазуритом. Андрей. С лазуритом, у меня и лазурита нет. Андрей. Что? Андрей. Вот. Ярик, Макс, на месте. Кирич, стою на месте. Андрей, вот. Лазурит, ну лазурит-то да, а где красный? Дайте сюда, Андрей, не беги. Там этот, слизень, вот, слизь. Все, туда будет. Где мы красную шерсть? Там где-то слизень, Кирич. Ой, красный этот, херню. Один же цветок был. Один. С него одна это, один краситель, это баг, да? Или это не баг? Ну что делать-то, ё-моё. Возьми костную пыль и просто на траву, на пустую траву, там где у тебя типа деревья растут тут. И будет трава с цветами. А я пыль-то всё уже просрал. А у меня есть. Возвращайся домой, я тебе ТП-шный. Нет, я тебе не ТП-шный. Нет, не смей. А в какой ты пещере? А мы тут с Киричем вообще собственную мою эту. Случайно ли не то, где я нырял? Там запатентовали. Нет. Но я сейчас смотрю туда, где я был, если вы там, то я вас туда прогоню, потому что вы говнюки. Мы с Кетчем ее запатентовали. О, ну да, только и я дальнейшее уже... использование будет приведет. Это к что твоему... такое? Алмазы! Ё-моё! Как вы... Ой, а мне нечем их брать. Тут алмазы лежат, а мне их нечем брать. Макс, ты есть кирка железная? Да, ты где? Смотри, нырни там, где были мои вещи, помнишь? Ну... Нырни, там, короче, будет дырка такая вниз. Может, я не вижу дырки вниз, честно. Ну, сейчас я ныряю. Вы ныриваю. Вот тут еще можно. Короче, сделаю повылегче. Ой, точно, ты пешнись ко мне. Только продаешь захват. Блин, где я? Вниз! Я сейчас сдохну! Ну вниз! Ты где? Ты где, Макс? Я тут, нормально. Я тебя не вижу. А, вот он ты. Вот, смотри. Алмаз. Зы. Макс, знаешь, что это мне напомнило? Ой, я все свой опыт потратил на алмазную брать. Весело тебе. Что-то мне играть все равно. Все, я дальше, все нормально. Короче, я не знаю, что с моей киркой. Подождите, я понял, почему у меня запись остановилась. Чего? Я же, короче, этот, Smart Moving на F9 меняет сложность. Ну, именно, смарт-мувинга. Нужно поменять.
А он не меняется. А чего у меня? Она в 9 у меня запись. А чего у меня кирка, короче? Просто да, много алмаза. 3? 1. Макс, смотри аккуратно, просто над нами лава. А чё на меня зомби вообще внимания не обращают? Ты невидимый, брат. Они тупые. Да Ярик, ты, блин... Ой, ты идёшь!